Какую силу тяги развивает реактивный двигатель, выбрасывающий каждую секунду 10 кг продуктов сгорания топлива со скоростью 3 км в секунду относительно ракеты? Для начала запишем дано. Дельта М равняется 10 кг. Дельта Т равняется 1 секунда. Скорость топлива равняется 3 км в секунду. Переведем систему С в метр на секунду. Это 3 на 10 в третий метр на секунду. Найти силу тяги. F тяги неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу импульса. Импульс P равен произведению массы тела на скорость тела. Изменение импульса дельта P равняется произведению силы F на время действия на T. Эти формулы нужно знать. Найдем изменение импульса для топлива. Изменение импульса ΔP для топлива будет равняться конечный импульс топлива минус начальный импульс топлива. Начальный импульс топлива будет равняться произведению массы топлива на начальную скорость топлива. Начальная скорость топлива равняется нулю. Тогда отсюда следует, что P начальная равняется нулю. Конечный импульс топлива будет равен произведению массы тела на скорость топлива. Соберем все воедино. Тогда отсюда получается, что изменение импульса дельта P равняется масса топлива, скорость топлива, минус 0. Также изменение импульса дельта P можно написать как сила тяги умножить на время t. Приравняем по левой части. Тогда у нас получается, что масса топлива, скорость топлива равняется сила тяги на время t. Выразим отсюда силу тяги. Тогда у нас получается, что сила тяги будет равняться масса топлива, скорость топлива, деленное на время t. Масса топлива будет равняться дельта m умножить на время t. Подставим сюда массу топлива. Тогда сила тяги будет равняться дельта m умножить на время t и умножить на скорость топлива. Знаменатель время t. Сократим время t. Тогда у нас получается дельта М умножить на скорость топлива. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем, что сила тяги равняется 3 на 10 в четвертый ньютонах. Переведем в килоньютоны. Это 30 килоньютонов. Запишем ответ. Сила тяги равняется 30 килоньютонов. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.